За последние два дня в Уральске произошли два трагических случая. Первокурсник выпал из окна студенческого общежития, а на территории завода «Омега» был обнаружен жестоко избитый мужчина, который скончался по дороге в больницу. В настоящее время по двум инцидентам ведется досудебное расследование. Трагический инцидент произошел в студенческом общежитии Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова. По словам очевидцев, первокурсник данного учебного заведения ночью открыл окно шестого этажа и по неосторожности упал. Несмотря на то, что была оказана экстренная медицинская помощь, молодой человек скончался в больнице. Погибший студент – уроженец Мангистауской области. Только в этом году закончил школу и поступил в Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова. Ректор университета отказался комментировать случившееся. 24 декабря в 3 часа ночи по своей неосторожности с 6 этажа упал из окна в комнату студенческого общежития ЗКГУ, расположенного по проспекту Назарбаева, студент первого курса 2002 года рождения, уроженец Мангистауской области, который скончался в реанимационном отделении областной клинической больницы. По данному факту в настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан. А 25 декабря текущего года на территории завода «Омега» был обнаружен окровавленный мужчина. По дороге в больницу пострадавший скончался. Инцидент произошел около 5 часов утра возле автозаправочной станции. По подозрению в совершении данного преступления задержаны 5 сотрудников частного охранного агентства «Сова». 25 декабря в 5 часов поступил вызов о том, что на территории автозаправки «Конденсат» в районе «Омеги» избивает мужчину. По приезду наряд полиции обнаружил мужчину с телесными повреждениями, который позже скончался в больнице. По подозрению в совершении данного преступления задержаны сотрудники частной охранной организации «Сова». 5 сотрудников частной охранной организации «Сова» на служебной автомашине, приехав на вызов медвытрезвитель для утихомирования, доставлено, сами избили его и оставили возле «Омеги». Другие обстоятельства в данный момент выясняются. В отношении подозреваемых ведется следствие по статьям 106 и 252 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Альбина Кумургалиева, Ербол Миндагалиев, Алтынбек Абделов, телеканал Ак-Жайык.